Всем привет! Вы смотрите Телегид, с вами Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. В будни на этой неделе смотрим заключительные серии «Навигатора», встречаем премьеру и наслаждаемся по-настоящему захватывающими лентами. Подробности, как всегда, у меня. Начинаем! Ой, друзья, что будет? В эту среду вас ждет знакомство с курьером из рая. Хорошее настроение прилагается. Артем – обычный курьер, работающий в туристической фирме под названием «Рай». Однажды, чтобы завоевать сердце девушки, наш герой закладывает дачу, берет на прокат «Мерседес» и едет на свидание. Однако все пошло не так. Автомобиль крадут прямо из-под носа. Расследовать преступление парню помогает его друг – прокурор. И вскоре выясняется, что в деле замешан криминальный авторитет, который не собирается подставляться. Чем закончится эта история? Историю узнаем в среду в 20:45. Тайсон! В четверг наших зрителей ждет настоящий осенний марафон. Ведь даже бабье лето, товарищи, осталось позади. Ну а впрочем, у Бузыкина осень в жизни наступила давно. Его нерешительный характер не дает ему поступать так, как он хочет. Но однажды он все же решается на серьезный шаг. Какой? Увидим 5 октября в 17:30. Ой, наблюдательный ты мой, я же себе юбку новую сшила. И шьет. Да. И готовит. Да. И печатает. И стирай, да. И спасай, и мучи. И любит, где ты еще себе такое найдешь? Нет. Ну что ж, друзья, пакуйте чемоданы. В конце рабочей недели вам предстоит оказаться в волшебном королевстве под названием Neverland. Мальчик-сирота вместе со своими друзьями случайно оказался в этом загадочном другом мире. В Неверленд обычно попадают люди из разных времен. Это и пираты 18 века, и племя индейцев. Пиратами управляет Элизабет Бонни, а вот индейцы пытаются защитить от нее дерево духов. Между ними уже давно ведется странная борьба. Чем закончится это фантастическое приключение для наших героев, смотрим в обеих частях фильма. В четверг и пятницу в 20:45. Просто удивительно. Ты кого-нибудь там видишь? Нет. Пойдем. Вниз лезть сложнее, чем наверх. Ну что ж, а вот и премьера. В пятницу на ЛРТ начнется показ многосерийного мистического триллера «Твой мир». Артем получает наследство настоящую антикварную лавку. Однако с появлением бизнеса с парнем начинают происходить необъяснимые события. И теперь кажется, что неприятности прямо-таки липнут к нему. С чем это связано и удастся ли исправить это? Начнем разбираться с пятницы в 13:00 и 23:30, а затем смотрите по будням. А среди многочисленных отпечатков нам удалось обнаружить... Я такого никогда не видел. Видите, отпечатки имеют правильную форму пентаграммы. It's impossible. В
течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Красивейшая зарубежная история о сражениях любви и чести. Уверяю, этот уикенд запомнится вам надолго. На ЛРТ стартует многосерийная сага о последнем королевстве. Нашего героя с малых лет держали в плену даны. Однако до сих пор парень чувствует, что в его венах течет аристократическая кровь саксонов. Утреда воспитали как викинга, но сейчас ему предстоит сделать сложнейший выбор. Каким рядам примкнуть, на чьей стороне он останется? Начнем разбираться в субботу в 14:45. Кто бы их ни послал, Убба или твой дядя, они не остановятся. Будут и другие. Я не могу вернуться домой без помощи. Утред, забудь об Эбонбурге. Нет. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь и не мерзните, ведь осень так прекрасна. С вами была Анна Троян. Увидимся. Пока-пока.